Мы на метро. Мы идем искать первую подсказку нашего замечательного квеста. Привет! Что означает это «Вася, держись»? Что может это означать, ребят? Нам нужна подсказка. Нам нужно место, где могут быть эти подсказки находиться. А где у нас бургер? Возможно. Но тебе нельзя их есть. А кто это задание прислал? Ирина Петрова. Макс сказал, что Ирина Ирина Петрова прислала, чтобы ты не кушал бургеры. И она же прислала Васе, держись. Да, ребята. Значит, сколько у нас Бургер Кингов? Вот. А еще есть какой-то Бургер Кинг? Здравствуйте, а подскажите, пожалуйста, для нас никаких подсказок не оставляли для квеста? Для квеста. Ничего? Нет. Никто никак не оставлял? Нет. Вы не видели никого? Где-то нарисовано. Так, хорошо. Погодите. А вы думаете, мы долго будем идти по улице? Я не знаю! Да, какая? Это я Катя. Знаешь, Катя не хватает, да? Да. Серьезно? Нет, правда что ли? Погоди. Есть некое... Я не понимаю, если честно. Мне кажется, ей нравится энергетика Москвы. Потому что в Москве на самом деле волшебнейшая энергетика. Просто супер клевая, Милана просто в восторге. Все. Максим, стой просто рядом, что-то происходит. Да. Я не понимаю, что происходит, но наши девочки, особенно Милана, что-то делает. Я... Пожалуйста, останови. Максим, останови ее. Милана. Да, Милана, это улица, это город, Милана. Здесь надо нормально... Да, что... Не обращайте внимания, это Милана. Да, хватит. Что происходит-то? Она в снег побежала. Это строительные краны. Они строят дома. Видишь, какие большие. Там же совсем мало места. Очень холодно на самом деле. И нам нужно срочно куда-то зайти. А вы спрашивали? Нет, не спрашиваю. Здравствуйте. А скажите, вам тут никто не оставлял на квест подсказку? Мы... Какой-нибудь шейк, может, какой-то конверт или что-то какой-то. А вон у ребят. Ребят, у вас никакой подсказки к квесту нету? Нету. Блин. Не знаю, мы проходим квест. Мы из реалити-шоу «Игры реальности». Серьезно? Здорово у нас! Есть? Ребята, это «Игры реальности». Спасибо огромное. Так, что там? Что там такое? Подожди, а что написано? Подсказка номер два. Да. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Шел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. Прямо зайчика стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой. Умирает зайчик мой. Вот видишь поезд какой? Это интересный поезд. Это еще старые поезда, старые вагоны. А сейчас в метро ходят новые. Поезда, они называются Москва. Они такие насквозь идут, вот прям это. Они большие, светлые, в них всякие гаджеты. Мы можем дождаться Москвы, а можем поехать сейчас. Давайте на старом проедемся. Вот, заходите. Сюда обычно люди заходят и садятся. Вот. Каждую станцию он едет где-то аккуратнее. Он едет где-то 2-3 минуты до каждой станции. Вот. Третья подсказка. Здесь написано «Скрыть на месте прибытия». Итак, мы скрываем. Максон, иди сюда. Давай. Не мешай никому. Давай. Так, скрываем. Что у нас там? Опа, матрешка. И это. Матрешка и папаха. Ребята, что вы думаете по этому поводу?
Матрешка и папаха. Ой, в смысле. Это шапка-ушанка. Шапка-ушанка. Это символы, наверное, Советского России. Союза. Но здесь Советский Союз и матрешка. Ты что думаешь? Туда охотный ряд. Правильно? Нам нужно было на охотный ряд. Вот и пойдем на охотный ряд. Так, нет, нам вон туда надо. Вот там нам нужно искать либо матрешку и шапку. Круто? Пойдемте туда. Круто? Погоди. Опа. Здравствуйте. Здравствуйте. А где шапки? Вот шапки. Простите, пожалуйста, у вас случайно никакой подсказки нету для квеста? Никак. А если мы споем? А здесь есть какая-нибудь большая матрешка, как памятник? Ладно, погодите. А если, знаешь, она где-то вот здесь? Вот где-то рядом. Есть? Ой! А это... Ваша? Да! Где? Это наша просто! Вот здесь? Это наша! Нифига себе! Ирина, что же вы сделали? Спасибо. Спасибо вам как огромное. А если бы мы... Дай пять. Спасибо. У нас квест. У нас просто квест идет. Так, ну вот. Баян. Девушка. Медведь. Мы только что догадались. Получается, гармонь, улыбка, медведь. Гум. Не, это арсенал. А нам нужен гум. Да. Где он? Лошадки! Ага! Je suis à la porte du fatigué et ne m'a cru. Je suis à la porte du... Аккуратней. La porte du, je suis en fatigué, fatigué. L'amour, 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 l'amour. En fatigué, fatigué. Juste ce week-end pour dur. О, давайте. Ребят, давайте сюда, Милан. Ух ты, как же классно. Кажется, мы добрались. Теперь надо идти сюда. Ага. Привет. Слушай, мы добрались до тебя. Так, а теперь надержи, я быстренько обнимусь нормально. Ирина Петрова, скажи, пожалуйста, мы шли такими окольными путями, но потом девчонки увидели новогоднюю иллюминацию, они просто обалдели от той красоты, которую ты нам сегодня подарила. Реально. Смотрели город. Ну да, да, согласен. Скажи, а что мы выбрали? Да. Это игры! Это специально игры, которые они украсят наш дом. Интересный жених. Спасибо тебе. А этот пакет вы откроете в специальном задании. Я вам пишу задание, вы его откроете. Ирина, спасибо, что играешь. Серьезно? Да. Когда нами играют. Это очень. Смотри, посмотри. Мы побывали. Ириночка Петрова, а ты можешь в камеру прямо сказать, что это все игры реальности на счет три? Это все. Раз, да? Два, три. Это игры. Все. Да ёпарасы. На счет три. Это игры реальности. Громко. На три. Раз, два, три. Это игры реальности. У-ху! Вот так.